Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по новому буксу. Меня хочу с вами поделиться. Но прежде хочу пару слов сказать по буксу Profit Starter. Вчера я делала очередной вывод. Денежка отправляется сначала на модерацию, а потом уже приходит. Пришла она мне сегодня утром. Я выводила... Так, 30.07.19 года, 47.52, 47 рублей. Букс платит от 47.52, 31.07. Так, комментарий, выплата, профит, стартер и мой логин Елена. Все замечательно, букс, друзья, платит, работаем. Значит, а теперь новый букс. Уфо букс называется. Друзья, регистрация здесь очень простая. И по поводу регистрации, что я еще хочу сказать. Вы, когда зарегистрируетесь, я зайду в кабинет. Здесь, ну, очень простая регистрация. Сейчас он загрузится. Вход по логину или имейлу. Ну и пароль. И вставляем такую вот капчу буквенную. 9 9 3 6. Так, ставим галочку, войти и попадаем вот в кабинет. Значит, что по поводу регистрации? Прежде всего нужно зайти будет нам в настройки и подтвердить электронный адрес. Здесь в финансах прописывайте свой Payeer кошелек, далее прописываете пароль. При регистрации нажимаете «Сохранить». Вам появится такое окошко, что нужно подтвердить адрес электронной почты. Подтверждение почты. Вот здесь. И вам на почту придет код. Копируете этот код, вставляете в графу, тут все понятно, и нажимаете «Активировать». Как бы у вас будет активировано. После чего вы нажимаете «Перезагрузить страничку». Обязательно перезагружаете страничку. И все окей. Значит, и что здесь? Внимание, если вы не получили на свою Gmail почту код для активации, пишите в техподдержку. Ну, я не писала техподдержку, мне пришел код. Все замечательно. И здесь что? Payeer и Мегакасса. Ну, а теперь что здесь такого у нас? Значит, ну, аккаунт. У нас здесь наша статистика. Значит, здесь мы просматриваем рекламку. Здесь довольно-таки неплохая рекламка. Просмотр ссылок. И нужно кликнуть по баннеру, чтобы появились рекламные ссылочки. И, пожалуйста, вкладочку можно закрыть. И вот у нас тут такие ссылочки. И по 3 копейки. По 4 копейки. Я вчера по 5 копеек взяла. Вот. Ну, самое минимальное это 2 копеечки. Ну, давайте посмотрим ссылочку. 10 секунд. Сама она у нас короткая. Нас перебрасывает на страничку. И идет отсчет времени. 10 секунд. Сколько звезд? 1, 2, 3, 4, 5. Пишем 5. Так, 5. Перейти. Так, капча введена неверно. Я неверно капчу ввела. 2, 4. Ладно, эту мы стираем. Поставим 4. Перейти. Да что ты будешь делать? Ну, 1, 2, 3, 4. 4 звездочки. Все. Я возвращаюсь. Так. Таким вот образом мы просматриваем ссылочки. Далее просмотр баннеров. Тоже мы кликаем сюда. Возвращаемся. И нам открывается таймер. Так.
Вот. И таким же образом мы просматриваем баннеры. Далее что? Партнерская, ну, есть автосерфинг, выполнять задания биржи рефералов, свободные рефералы. Бонус каждый час у нас есть. Так. Бонус выдается раз в час. Бонус так. На основной баланс. Сумма бонуса генерируется от копейки до 10 копеек. Для получения бонуса необходимо 10 бонусных баллов. У вас 2. Вот эти бонусные баллы. У меня 2 балла. Вот когда будет у меня их 10, я могу как бы собирать бонус. Ну ладно. Далее что? Так. Мои партнеры, друзья, находится партнерская ссылочка. Вот она. И баннеры. Далее, что я хочу сказать теперь для рекламодателей. Смотрите, разместить рекламу. Здесь очень можно как бы рекламировать хорошо свои проекты. Ну, во-первых, ссылки мы рекламируем. Так, вот заголовок, описание, ссылка с фреймом, без фрейма. А с фреймом нет. Так, 10 тысяч переходов. Смотрите, будьте внимательны, здесь как бы по умолчанию стоит. Это 300 рублей. Можно ставить 100 переходов. Это будет за 100 переходов. Так, 5 рублей. 600 переходов, 25 рублей. Вот это будьте здесь внимательны. Дальше. Один раз в час. Так, 24 часа. Один день, 6 часов, 12. Как бы это все тут. Далее. Время мы устанавливаем, сколько нам надо. Это уже по желанию. Так, VIP. Обычный или VIP? Как бы далее. Цена за один переход. 4 копейки. Ну и общая цена. Так, ваш текст. И нажимаем сохранить. Но прежде нужно так пополнить рекламный баланс. Так что рассчитывайте. Далее вот по поводу, что я еще хочу. Баннеры. Точно все то же самое, что я вам показывала. И, друзья, здесь можно рекламировать YouTube канал свой, как бы, да, тоже смотрите, ваш заголовок, ссылка на видео, например, да, там ютуб-блогеры записывают обзор, вот как я сейчас по боксу, ссылочку сюда вставляем. Далее ссылка для перехода, это реферальная ссылочка, опять же здесь берем, сколько нам надо переходов. Ну и тут тоже сколько вы хотите, раз в день, 6 часов и время, ну и все такое. Все то же самое. Ну, еще здесь можно просмотр YouTube каналов. Опять кликаем, возвращаемся. И, пожалуйста, мы просматриваем видео. Далее, вот таймер 25 секунд по 3 копейки у нас тут. 10 секунд по 1 и 10 секунд по 3 копейки. Ну, вот такой вот букс можно рекламировать, как бы продвигать свой YouTube-канал, рекламировать свои проекты. Все супер, вот мой баланс. Да, друзья, минимальный вывод отсюда 5 рублей. Нажимаю «Вывод». И вот здесь у нас вывод на нашем сайте автоматически на кошелек Payeer от 5 рублей. Далее есть группа ВКонтакте, можно нажать «Попасть». И присоединиться к группе. Группу, как я поняла, они создали недавно. Вот. Букс свежий. Ну, кому интересно, друзья, ну, вот вы подписаны. Ну, и здесь вот, смотрите, вот выплаты идут уже. Как бы о том, что проект платит. 28 июля. Сумма списания 5 рублей. Комиссия Payeer. 5 копеек. И Уфобукс. Как бы есть доказательства вывода. Ну, кому интересно, пользуйтесь. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Вывод буду, естественно, проверять. Писать видеообзор. До новых встреч.